Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня в многочисленном ряду зубных паст из Таиланда происходит пополнение. Я хочу рассказать вам о таком вот продукте от компании Twin Lotus. Это тайская травяная зубная паста на основе древесного угля. Вот она выглядит именно так. Открыть ее я, к сожалению, не могу, поскольку она пока не в использовании, а упаковка сделана качественно. Она не просто открывается, она заклеенная, так что можете поверить не только на слово. Зубная паста с углем и растительными экстрактами от фирмы Twin Lotus – это эффективное средство для ухода за полостью рта. На 94,14% состоящая из ингредиентов натурального происхождения. В ее составе нет загустителей, фтора, павов и других веществ, которые могут угрожать здоровью, поэтому она безопасна даже для самых чувствительных десен и зубов. Из-за активированного угля паста приобретает не только необычный черный цвет, но и уникальные адсорбирующие свойства. На эмали не остается и следа от налета и зубного камня. Благодаря этому зубы становятся гладкими, их цвет выравнивается, а улыбка выглядит просто потрясающей. Зубная паста изготовлена на основе древесного угля, является хорошим средством, а можно сказать и прекрасным средством, для профилактики заболеваний пародонта. Она обладает противовирусным и антисептическими свойствами, устраняет неприятный запах изо рта, освежает дыхание и сохраняет его свежим на целый день. Очищает зубы от налета и зубного камня, устраняет кровоточивость десен и сухость во рту, защищает зубы и десны от холода и вредных воздействий окружающей среды, витаминизирует ткани зубов и десен, не содержит никаких искусственных красителей, имеет черно-коричневый цвет благодаря входящим в ее состав травам и тому самому углю. Паста предназначена для чувствительных зубов и десен, не стирает зубную эмаль. Что еще входит в состав Twin Lotus? Ну, это бамбуковый уголь, это экстракт листьев гуавы, ментол и гвоздичное масло. Основной действующий компонент этой зубной пасты – бамбуковый уголь, способен поглощать любые примеси и неприятные запахи в большей степени, чем другие аналогичные средства. Имеет детоксирующие свойства. Экстракт листьев гуавы обладает очень высокой очищающей способностью. Он помогает бережно растворять зубной камень, не повреждая эмали. Активный комплекс из гуавы и гвоздичного масла оказывает воздействие сразу на нескольких уровнях. Эти компоненты отбеливают эмаль, одновременно укрепляя ее и защищая от стирания. Они нейтрализуют микроорганизмы, чья жизнедеятельность является причиной неприятного запаха изо рта, а также освежают дыхание. Зубная паста обладает повышенным антисептическим эффектом и антибактериальными свойствами. Основное действие этой пасты – устранять неприятный запах изо рта, в том числе от алкоголя и курения, обеспечивать свежее дыхание в течение дня, очищает зубной налет и препятствует образованию зубного камня, предупреждает развитие кариеса, лечит пародонтоз и ликвидирует кровоточивость десен, обеспечивает отбеливание зубов. Здесь достаточно большой состав ингредиентов, которые входят в его состав. Я не буду перечислять все это, но, наверное, под видео, где обычно я оставляю еще и печатный материал по поводу того, что было сказано, состав я обязательно оставлю. Здесь на самом деле нет искусственных каких-то подсластителей или искусственных добавок. Все это натуральное. И если кто-то считает, что на чей-то взгляд химические названия элементов, они все добыты из растений. То есть на самом деле компания-производитель гарантирует то, что искусственного здесь нет ничего. Так что приятного вам знакомства вот с этой черной пастой. Заказывайте, ищите на прилавках магазинов. Паста очень достойная. Буду с удовольствием и сама пользоваться. Так что спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.